Asus ROG Flow Z13 – это планшет с полноценной операционной системой Windows 11, очень мощным процессором Intel Core i9 12-го поколения и даже дискретной видеокартой, хотя и младшего уровня, так что его с полным основанием можно назвать игровым. К планшету пристегивается клавиатура, являющаяся одновременно и чехлом. С ней его можно рассматривать как 13-дюймовый ноутбук. Если встроенной дискретной видеокарты покажется мало, то к планшету можно прикупить еще и графическую док-станцию. В комплекте с ноутбуком идет компактный и легкий адаптер питания. В комплекте также есть сумка, в которую помещается планшет с клавиатурой и док-станция. Штатная клавиатура благодаря сильным магнитам легко сопрягается с корпусом планшета. Вес самого планшета невелик, однако с клавиатурой получается уже чуть больше 1,5 килограммов, что вполне сопоставимо с ноутбуками. Чтобы планшет уверенно стоял на столе, с тыльной стороны корпуса отклоняется тонкая металлическая опора. Отклонить опору можно на любой угол, вплоть до примерно 160 градусов. Сзади на корпусе есть прозрачное окошко, через которое видно небольшую часть материнской платы, подсвечиваемую многоцветными светодиодами. Это гарантированно привлекает внимание окружающих. В остальном у планшета просто черный алюминиевый корпус с гладкой, но не глянцевой поверхностью. Рамка вокруг экрана узкая. В верхней части рамки установлена веб-камера с небольшим разрешением. По бокам от камеры и на тыльной стороне корпуса расположены отверстия 3 микрофонов, поэтому планшет умеет писать звук с 2 направлений. Также у планшета есть более качественная тыльная камера, расположенная в левом верхнем углу корпуса. Поверхность экрана глянцевая, но отличные антибликовые свойства, высокие яркость и контрастность позволяют работать с планшетом днем на улице. Матрица не быстрая. Ее скорость низковата даже для штатной частоты обновления. Но все-таки играть на ней вполне можно. Для остальных же применений порадует цветовой охват матрицы почти 100% sRGB и отсутствие модуляции подсветки. На верхнем торце у планшета есть только вентиляционное отверстие, а на нижнем — только разъем сопряжения со штатной клавиатурой. Справа располагаются кнопка включения и качелька регулировки громкости, а в нижней части — порт USB 2.0 типа A и универсальный мини-джек для гарнитуры. В самом низу — отверстие для выхода звука из динамика, второе такое же отверстие находится на левом боку. Слева есть всего один разъем USB 3 Gen 2 Type-C. Под резиновой заглушкой ниже на этом же боку скрывается комбинированный разъем для подключения графической док-станции ROG XG Mobile, включающий проприетарный интерфейс подключения видеокарты XGM и стандартный USB 3 Gen 2 Type-C. В кнопку включения интегрирован сканер отпечатков пальцев. Клавиатура небольшая, цифрового блока и выделенных кнопок для редактирования текста нет. Стрелочки обособленные, хотя и половинной высоты. Алфавитно-цифровые клавиши типичного размера. Раскладка стандартная. По ощущениям, при печати клавиатура практически не отличается от типичных мембранных клавиатур ноутбуков. Имеется 3-уровневая по яркости многоцветная однозонная подсветка. Яркость можно быстро менять с клавиатуры, а эффекты свечения настраиваются и переключаются в фирменной утилите Armoury Crate. Площадка небольшого, чуть заглубленного кликпада нажимается почти по всей площади. Поддерживаются все современные жесты и касания. Под отогнутой опорой можно найти щель картовода для карточек microSD и лючок для доступа к единственному накопителю в слоте M2. Также на тыльной стороне планшета есть входные вентиляционные отверстия системы охлаждения. Планшет поддерживает подключение ROG XG Mobile.
Эта категория устройств представлена в арсенале Asus с 2021 года и представляет собой сочетание внешней видеокарты и док-станции. От типовых внешних видеокарт модели ROG XG Mobile отличаются заметно большей компактностью за счет использования мобильных GPU. В модели GC31, которую нам и дали на тест, используется GeForce RTX 3080 Laptop. Эта графическая док-станция имеет встроенный блок питания и весит почти килограмм. На одном из торцов установлен несъемный, достаточно длинный кабель для подключения к планшету. Рядом с разъемом питания на противоположном торце расположены все интерфейсные порты. Также на боковой поверхности есть картовод для полноразмерных карт SD. Система охлаждения планшета включает большую испарительную камеру на горячих чипах и два вентилятора, прогоняющие воздух сквозь ребра радиаторов у верхнего края корпуса. Перегрева компонентов система охлаждения не допускает. Даже в простое вентиляторы могут останавливаться только в профиле Silent, однако в целом шум в состоянии бездействия очень низкий, почти неразличимый ухом. В сравнении с типичными игровыми ноутбуками уровень шума даже под большой нагрузкой невысокий. Нагрев корпуса планшета под нагрузкой довольно высокий, а внешнего блока питания очень высокий. При работе внешней видеокарты дискретная видеокарта в планшете отключается, что приводит к снижению уровня шума и нагрева самого планшета. Однако под нагрузкой шум кулера внешней видеокарты очень высокий, как и нагрев корпуса внешнего модуля. Планшет поставляется с установленной операционной системой Windows 11 домашняя. Из набора фирменных утилит выделим MyAsus и Armoury Crate. MyAsus — это сборник информации о системе, средств диагностики, контактов техподдержки, часто задаваемых вопросов и так далее. Утилита Armoury Crate отвечает за настройку аппаратной части. Главная ее функция — это переключение профилей работы, определяющих производительность и шум системы, а также тонкая настройка пользовательского профиля, в том числе и при подключении графической док-станции. В тестируемой модели планшета используется топовый мобильный процессор Intel Core i9 12-го поколения с гетерогенным набором ядер. Под нагрузкой процессор в этом планшете кратковременно разгонялся до потребления 95 Вт, а в долгосрочном периоде потреблял 50 Вт, что чуть выше TDP. Процессор не зажат теплопакетом и кулером, поэтому результат тестирования в реальных приложениях лучший среди всех протестированных к данному моменту ноутбуков. Дискретная видеокарта в планшете работает с потреблением всего 40 Вт в динамическом разгоне, что меньше максимального значения, заявленного для этого GPU. С дискретным видеоускорителем планшет позволяет играть в родном разрешении экрана с высоким качеством графики при показателях 60 средних при 30 минимальных кадрах в секунду и выше. Хотя найти пару проблемных игр все-таки можно. Игровая производительность встроенной графики процессора гораздо ниже. При этом заметного выигрыша в длительности работы от батареи она не дает. С дискретной можно играть около часа, а с интегрированной графикой — часа полтора-два, но только в какие-нибудь старые или нетребовательные игры. Видеокарта док-станции является слишком мощной для родного разрешения экрана планшета. Однако у док-станции есть свои видеовыходы, к которым можно подключить телевизор или монитор с высоким разрешением. В общем, как таковых, претензий к Asus ROG Flow Z13 у нас нет. Все реализовано на очень высоком уровне, а процессор тут топовый даже без учета форм-фактора. Разве что интерфейсных разъемов маловато. Планшет прекрасно можно использовать сам по себе или в качестве ноутбука с удобной комплектной клавиатурой. А добавление графической док-станции серьезно расширяет его возможности.
первую очередь игровые, но в том числе и по части интерфейсных портов. Однако стоит все это очень дорого.